Добрый день, дорогие друзья. После того, как мы с утра размялись так-то неплохо, я подумал о том, что пора бы сделать уже, что-то серьезное, то есть сцену. Мне хочется сцену, мне хочется, чтобы там были какие-то горы, лесок небольшой, может быть, полянка. А на ней вот лежит где-то боком или стоит это инопланетный корабль, тарелка, и из него вот вышли вот такие вот человечки и рассматривают такие вот растения земные. Что мне здесь интересно в этой? Ну, во-первых, это полноценный риггинг. Полноценный. То есть его так же, как человека, нужно будет делать. Но я хочу, чтобы в этот раз глаза у меня работали отдельно, то есть туда-сюда, как он инопланетян. Потом вот здесь шерстяная шляпка у него, ну волосы, да, это тоже мне надо попробовать сделать. Вот, то есть это со всех сторон интересно. Ну и кроме того, скульптинг здесь интересен сам по себе. Поэтому мы начнем вот с этой части, да, создадим такую грушевидную форму. Так, набросаем сейчас. Скажем, что нам надо. Нам надо курицу помаду. Кубик. Но нам нужно один. Радиус, да? Радиус 16. Вот так. Ну и пойдемте сразу же мы тогда с вами скульпт. В скульпте мы встанем сбоку и попробуем сразу с помощью граба этого потянуть туда, куда нам нужно. Ну, с иксом, конечно. Икс обязательно. Вот у него такая типа пупки. Вот такая вот у него форма. По низу тоже сейчас поедем. Давайте здесь тоже пройдем немножко. Он такой, малость уродливый. Ну, так, дальше скульптинг. Вот. Возьмем теперь. Ну, в принципе, почему? Можем этим всем воспользоваться, правильно? Сказать Shift D. Сбоку смотрим. Так, и уменьшаю. Не, ну о чем вот тут-то? Уменьшаем S. Поворачиваем R. Вот сюда, D. Вот так, да? И еще раз Shift D. Мы должны его перевернуть. То есть RZ 180. Вот так. И теперь уже R.
Таких парочку shift сюда тоже надо повернуть. Развернуть Z180. Да, где-то так. Смотрим спереди. Наклоняем. Вытаскиваем сюда. И теперь говорим, убираем ему все ресеты и говорим миру ему. Mirror. Вот так. Ну и, наверное, поворачиваем R. Пускай так будет. Если я скажу объект set origin, объект set origin оригинал геометрии, то нужно тогда немножко по-другому, вот более стаймя сделать уши, да? О! Теперь set origin 40, вот так. Сейчас скажу apply. Так. Сделали. Теперь нам надо ноги. Давайте Shift D. Начали с этой и закончим. Так, смотрим отсюда Shift D. Переворачиваем. R, Y, 180. Так, и сбоку мы его сейчас уже сюда поместим. Кстати, интересная, удачная форма такая. Мне нравится. И дальше. Сутат. Кстати, здесь надо будет вытянуть. Так, еще раз Shift. Да. Теперь наоборот. R. R. X 180. Тянем. Вот так. Чуть поменьше делаем. Сюда. И здесь еще Shift D. Переворачиваем так. R. На 90 градусов. Так, смотрим. С этой стороны смотрим. И ставим. Пойдет. Идет сюда что? Вот это и это. Спереди давайте мы их развернем.
Honor Z180. Минус. Хотя, правильно все. Ну-ка, сбоку, сюда. Так, оттуда уже пальцы пойдут. Смотрим сверху. Разворачиваем. Еще раз сверху и подвинем. Ну, допустим, вот так, да? Дальше возьмем это и это. Я бы, знаете, что еще сделал? Я бы взял этот круглый шарик и его бы поменьше сделалось. И поставил бы их сюда. Сустав. Крепился чего? И сюда же. Вот так. А это сказал бы S по Y-ку. Я нажимал. Так. И S назад восплющил бы. Пошире. Я думаю, вот так как раз было бы. Так, остальное потом. Немножко развернуть. Так, хорошо. Ну и потом вот эти три. Так сделать сейчас спереди посмотрим. Shift D сюда, по X сюда и R. R по Z 180. Так. Так. Нет. Смотрим сюда. Двигаем просто. Этот сюда. Так. Ерунда это все. Нам надо соединить все это и сказать с миру. Так вот. Окей. То же самое с руками надо сделать. Нам лучше сделать то же самое, только поменьше, да? Shift D, разворачиваем.
Нет, это лишнее. Этот разворачиваем F. Так. Делаем маленький. Да. Давайте поставим его на место, чтобы сделаем так, чтобы можно было риггинг потом делать удобно. Риггинг у нас вот так делается. Так. И R немножко вытянем. Сюда, наверное, G. Побольше сделаем. Потому что там, зачем заглаживать, все поуменьшится. Смотрим отсюда. Shift T. R. Shift D. Нет, просто G. Так, потом нам надо это развернуть до оси X, R, X, 180. Вот так, нет. Даю. Назад. У нас неправильно он смотрит. Так, сейчас я R X 180. Теперь вроде правильно, но нам надо подобие локтя, понимаете? Смотрим, сгиб есть? Нету сгиба. Значит, тоже поворачиваем на 180. Так, сейчас, секунду. R, X тоже 180. Так, так, так. Теперь R. Поворачиваем сюда. Поворачиваем вот сюда. Получаем сгиб. То, что нам надо. Вот сюда. Ух ты. И вот так, да? Сгиб есть, отлично. Ну и еще нам нужно будет тоже шарик. Меж. Маленький S. Вот сюда же. Сюда вот. Да. Прелестно. Прелестно. Все соединяем. Иди. Так, убираем все трансформы. Идем
Mirror. Сохраняем как Mirror. Вот так, я думаю, будет хорошо. Единственное, здесь надо посмотреть, ну, то, что тут получилось. Так, я думаю, правильнее. Что у нас со временем? 21 минута. Ну, ребят, довольно-таки быстро мы уже справились с вами. Теперь новенькая у нас фигурка, с которой мы будем работать. Тут еще будут пальцы такие длинные, то есть все будет нормально. Стоп.